Всем привет, садоводы и огородники моего канала. И сегодня я вам хочу показать, как мы пикируем рассаду томатов. Необходимо предварительно за 2 часа до пикировки полить землю и дать ей немножко постоять. Землю я использую свою с огорода, перемешиваю с перепревшим навозом один к одному. Если земля у вас кислая, то добавьте золу. После того, как прошло у меня 2 часа, Мама у меня всегда руками прям рыхлит землю, чтобы она была прям пушистая. Вот поэтому землю мы поливаем заранее, чтобы не ковыряться в грязи. Часто задаваемый вопрос, когда пикировать рассаду томатов. Рассаду томатов пикировать надо, когда у нас появились первый и второй настоящие листочки. Внизу вот эти вот маленькие такие, это семидольные листочки. Вот таким вот образом мы начинаем пикировать томаты. Вот обратите внимание, берет она помидор и вот так вот утапливает по семидольные листочки в землю. То есть она берет в руки помидор, кладет его на землю и пальцем прям упирается в корень и утапливает его в землю по семидольной листочке. Давайте я вам сейчас крупным планом покажу. Вот она кладет помидор, упирается пальцем прямо в корень и утапливает по семидольные листочки. Как видите, рассада томатов у меня ярко-зеленого цвета, значит им всего хватает, значит я все делаю правильно. Если кто-то помнит, это у меня сорт «Красная шапочка». Очень хороший сорт для засолки томатов. После того, как мы распекировали томаты, их необходимо, естественно, полить. Ну что ж, друзья мои, желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.